Я Марсис Гасумс, секретарь общества ревнителей санскрита, обращаюсь к вам с просьбой. Мне нужен доброволец, который знает Деванагари, возможно, догадывается о существовании санскрита и может глазами пробежаться через 500 страниц текста. Ну, то есть, если их положить горизонтально, то это будет все 1000 страниц, то есть такой толстенный томик. Это все тексты с сайта моего учителя Натальи Павловны Люгушиной, сконвертированный впервые в Unicode. Да, вы видите, что здесь не санскрит 1.2, а санскрит 2003. Здесь могут быть какие-то ненужные знаки, может не хватать нужных. Здесь пляшет оформление русского текста, то есть размер кегля на это внимание не обращать, оно пляшет. А вот если заметите что-нибудь более подозрительное, то, пожалуй, прошу об этом сообщить. То есть человек должен иметь желание, пусть даже он не умеет работать с текстами, я научу, я покажу, но нужно терпение. Здесь большой объем текстов, здесь нужно с ним повозиться. То есть, если вы хотите стать членом группы подготовки 18-го тома «Библиотека санскритики», это будет как бы второй том Люгушиной, то добро пожаловать в команду. Без вас я не справлюсь. Вся работа будет проходить в Варде. Спасибо. До свидания.